Вот одна из первых разработок, совместная разработка Академии науки МАЗа, автобус. Ты производишь уже массово эти машины? Нет, да? Это опытные образцы, но мы готовы к массовому производству. Очень важная черта, я почему попросил поставить два автобуса. Вот это электробус, инновационный продукт, который работает на батареях. А это стандартная схема, дизельный двигатель. Угу. И они, обратите внимание, Александр Григорьевич, они абсолютно одинаковые. Угу. Они унифицированы по агрегатам, они унифицированы по... То есть хочешь по заказу это? Да, хочешь это. И это технически, ну как бы, считаю, что полтора шага вперед. Потому что здесь решено много технических решений, которые, ну, инновационные. Опытный образец на 10% выше по цене, опять же, при решении серийности, решении тех технических решений. По коробкам передач, по электронике мы их снимаем в цене и получаем абсолютно конкурентную цену. 10 машин к маю месяцу будущего года он должен произвести. Посчитайте аккуратно цены и доложите.